В этом году пройдут выборы в законодательное собрание Ульяновской области и городскую думу Димитровграда. Идет этап предварительного голосования. Большинство избирателей приняли участие уже в первый день. Процесс предварительного голосования обсудили в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». На предварительном голосовании по определению кандидатов в ЗСО зарегистрировалось 94 712 человек, проголосовало 55 349 человек. Для выборов в городскую думу Димитровграда зарегистрировалось более 6 тысяч человек, из которых более 3 500 уже отдали свои голоса. Поговорим о социологических опросах, которые проводили, о недочетах, о успехах в организации предварительного голосования. Вот. Могу отметить, что сейчас люди активно принимают участие в голосовании. Работали на площадке и в режиме онлайн. Например, эксперт центра ПРИСП Алексей Громский отметил, что социологическое исследование выявило высококонкурентный характер предварительного голосования «Единой России» в Ульяновской области. Сразу несколько кандидатов преодолели 50-процентный барьер голосов. Обсудили эксперты и сам процесс праймерис. Система праймерис позволяет оценить потенциал и возможности кандидатов от партии и дает возможность проявить себя новым людям. По словам Максима Зацепина, региональный оргкомитет обладает только количественными показателями. Результаты электронного голосования определяются независимой электронной системой. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.